У российских ИТ-компаний есть все шансы для успешной работы на немецком рынке. Местные заказчики при серьезной заинтересованности в новых технологиях испытывают недостаток в ряде специалистов и готовы принимать новых игроков. Что ждать отечественным айтишникам в Германии? Этот вопрос мы задали участникам конференции CNews и КТ Бизнес в Германии «Возможности для российских компаний». Одна из особенностей Германии в том, что наша страна не только одна из сильнейших бизнес-площадок в Европе. У нас есть быстрый и простой выход на европейские и международные рынки. У нас работают высококвалифицированные специалисты, но мы испытываем недостаток в профессионалах в области ИКТ. Поэтому мы приветствуем приход на наш рынок российских компаний, готовых инвестировать в эту отрасль, развивать ее. Companies from Russia that do invest in this sector in Germany are extremely welcome. All the big companies. Все крупные российские компании, известные компании, представленные в России, мы также можем наблюдать их и в Германии. Но Германия – это место для средних компаний. Более 95% всех немецких компаний – малый и средний бизнес. И мы также заинтересованы в средних российских компаниях, поскольку в Германии они будут чувствовать себя как дома. Мы знаем, что становление и развитие подобных компаний займет некоторое время, но мы действительно рады перспективе появления у нас на рынке небольших российских компаний. У нас в Германии есть специальная программа для таких филиалов, которые могут находиться в неблагоприятном положении, например, из-за безработицы. Так что вы можете рассчитывать на льготы со стороны местных органов власти, согласованные с Европейской комиссией в Брюсселе. Это означает, что если у вас есть льготы в Германии, вы можете пользоваться данными привилегиями во всей Европе. И эти преимущества могут быть предоставлены как для отдельных компаний, так и для целых отраслей, которые являются инновационными, например, ИКТ. These benefits can only be granted for special locations and for branches which are very innovative, like ICT, for example. Очень много русские IT-фирмы не только догоняли, но уже обгоняли нас в нескольких областях. ПО, программное обеспечение, интернет-игры, например. Я знаю, что здесь очень-очень конкурентоспособные программщики, программисты, которые очень хорошие сделают игры, и они могут и таких игр сделать для иностранцев и продавать на иностранных рынках. Только экспорт – это в ближайших годах не гордится, конечно, потому что вам нужно after-sales services, например, да, вам нужен этот контакт с потребителем, вам нужен этот рынок сбыта. Рынок сбыта вы основываете себе даже через экспорт, но потом эти after-sales services, они только можно их предоставлять, когда у вас свои офисы и за рубежом. У нас есть очень позитивные примеры бизнеса в Германии. Если мы даже посмотрим на все отрасли, то я бы сказал, ИКТ-компании одни из наиболее активных, которые выходят в Германию, потому что проблема в том, что Германия очень конкурентный, очень уже занятый рынок, и чтобы там быть успешным, нужен очень инновационный, новый, интересный продукт. В ИКТ-секторе как раз есть многие российские компании, которые могут такой продукт предъявить, но в других отраслях меньше. Поэтому я бы сказал, мы в принципе довольны этим развитием.